делается еще усиление цоколя. Поскольку там была деформация, приняли решение, что делаем внутреннее армирование и заливаем это бетоном. Снаружи будет видна кирпичная кладка, как традиционно старая кирпичная кладка, а внутри будет залито бетоном, усиление сделано. Как раз это одно из трех слуховых окон. Вроде бы на самом деле оно небольшое, но в действительности с ним пришлось немножко, так скажем, повозиться. Потому что декор старый, частично мы его сохранили. Новый мы воссоздали именно по старым образцам. Нижняя часть, вот эта вот подшивочная, если сюда перейти, здесь тоже уже видно, что декор есть и старый элемент. Вот эти элементы пришлось практически, так скажем, процентов на 80 поменять, поскольку они настолько были хрупкие, условно говоря, они подгнили уже. Надо сказать, что в этом доме не было вообще коммуникаций никаких. То есть ни отопления, ни водоснабжения, ни канализации. Ну, только электроснабжение было. Сейчас все сети эти приходится подводить по-новому.